Внимание! Тимофей Чалый – один из наиболее талантливых молодых спортсменов 94-го года рождения. В прошлом сезоне из 50 достаточно стабильно бежал. Мы посмотрим, что в сезоне 14-го года покажет Тимофей. Он, напомню, представляет Красноярский край. Ну и Владимир Антманис далеко не подарок. Так что вот здесь может быть установлен первый серьезный действительно рубеж. И заявка на победу сделана именно в этом забеге. Давайте смотреть. Диня, бежать! Давай, давай, Диня! Давай! А выигрывает-то Денис Кудрявцев. Вот так вот. Денис Кудрявцев, Тюменская, Челябинская, показал еще раз, что спорт – это спорт.